У меня будет 1000, если я сниму объект. Еще меньше. Ну да. Не, если что, реально, типа, чуть ниже АУ кому. В принципе, надо кому замен. Ничего нигде не надо. Амир, ты знаешь, смотри, плес сгнили из тухлика. Сколько сапфир процент ожидал? Сгнили из тухлика? Че? У меня что-то, потому что объединенный баганулся. 3,5% у тебя. Нагнили, да? 2,8 у меня. А на тухлике? Да, нагнили. А на тухлике у меня нету, я скидывал. Или релогался, не помню. А, ладно. Причем, знаешь, у него есть такая проблема. Да, 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 что я он знаю. У кого-то с этого. Да, вот у меня воровит. Кто-то 1.5% своровал. Так, все, конечно, хорошо. Но это страшно. С тобой тоже спекнешься. А мне так и оставаться на ДД? 3 хила будут. А чтобы из гильды побыстрее, да, выселяли? А, красавчик. Полина, о, Полина, Голану вдвоем захилю. Да, Делорус, можешь зайти. Хотя Войт не надо. А получится где? Че, Войт от не надо. Отмина. Полина, хочешь? Пытаемся. А если нет, типа ГП дадут, да? Да не, если нет, то еще раз просто, ну уже в 3. Не, я бы попробовала. Я бы попробовала. Потому что лага ТФК шли, вот так. Я короче, не понял, Войд заберет, да? Что, что, что? Заходи. Че забрать надо? Да заебал, ничего. Заберу, давай еще. Не щит надо, Слан, умоляю. Да я заебал с этим самонийским ходить. Да нормальные маньяки, смотри, как на мне четко в трансмагии смотрится. Че, я один контролить буду? Окей. Как в обычке. Ну, сколько у нас шпшек? 2? Контролить. Я думаю, у меня сейчас стрелков на первого карту добавилось. Что если я один блюд оставлю? Так, это где мой карманный маг, Фарада? Карманный маг. Бегу к тебе, портал не. Ну, я поиграл. Норм. А ты на кого-то другого заходишь, Лёха, да? Ну, сейчас Лава вместо меня зайдет. Потом я поменяюсь обратно. А ты? А ФКшить хочешь? Или ты на кого-то зайдешь? А чё ваги надо? Я позже. Лаги, ничего не надо. Ну, просто надо так. Попасть, Делорус, то... Протовар переживает. Да? А это... А там он уступил. Блять, почему я бегаю отдельно от рейда? Поднимите, плиз. Ген, поднять тебя, чтоб ты опять упал. Магии портал поставьте. Ну да, там сфера еще есть. Где нас замайчиваем? Макс, я беру сферу. А мне кажется, мы с Геной смогли бы. А, кто сферу спиздил, сука? А, сфер мне дала рану. Это он килл ставил. Ух, блядь. Смотри, это на магия. Это. Лёх, неопытные просто. Не привыкли, что тебе нельзя это доставить. Видишь, на ком дебаг? В каминором уставь. Ты смотри, как печать у меня тикает. Не печать тикала, блядь. Ген, знаешь, что сейчас было? Меня, короче, тактик, блин, канулся, и он промазал. Такое вообще возможно было? Чё-то ни разу не видел.
Где вам гримар портал? Да вот, поставьте. Гримар. Очень порадует спить-то это. Гримар. Био. У нас есть другой топовый маг, который мне ставит портал. Фарады теперь бесполезен. Хоть портал он был полезен, а сейчас вообще бесполезен. Какой был предыдущий пол? Босс. Как он назывался? Хниломорд. Хлопус? Тухломорд. Хлопорт. Хниломорд. Гнилопус. Грязножоп? Нет, у меня только там, где я стрелял. Прикинь, босс просто протовар. Только из заглушения вышел. Так просто попроси кого-нибудь тебе на лане укус дать и не передай его никому, и будешь босс протовар. Я буду не босс. И еще плюс 4к. Я буду нуб. Ставься. Короче, тебе дал ответственного, если осколок заберешь, если нет, разрубишь. Я думаю, там вряд ли с этих боссов мод какой надо. Так и Малдазар на мага вроде. А сколько тебе осталось-то? Я думал, ты собрал уже. А, это Леха собрал. Тебе сколько осталось? Самое вкусное ставим на завтра, как говорится. Чё, джайну что ли на завтра? Опять тебе уйдет, топор не выпадет. Да, это блядь, инфосотка прям. Джайну на завтра? То, что сегодня было на леди, хотите, чтобы завтра было такое же на джайне? Там будет врубиться 4 часа РТ. Я поняла. Там можно 3 часа на 4 часу убить, так что все нормально. На 4 часу уже ставка 256 000, на. Я там готов трэш поводить, Лёх, на своем ДК. Тоже повожу за тротуар, а там если чё. ЛП, кровоотвод, ЛП. Если хочешь, я могу тебя танком взять, типа вторым танком, спокойно. Типа сам на босс буду, а ты поводишь мобов просто. Там протовар большие, да? Непобедимые воины короля лича. Чё вы за сумма антивагуется? Наши силы едины. Так, кто у нас тут умрет? 100% уже отмирал, да? Нет. Ну смотри, первая цель это адмирал, вторая Элбрил. Третья цель. Нет, я вообще сначала хотел кинуть на Жунуэна, потом на адмирала, но в итоге кинул на Ютью. Типа, потому что я думаю, милики отхватят намного жестче сейчас. Коника, значит, бросает тогда. Да, Коника там коши выживет, наверное. А что ты бросаешь? Стерею чуть-чуть. За Коника могу свечку поставить. Знаешь, вот по смертям, кто больше всего дохнет в рейде, можно сказать, что это этот Элбрил в первую очередь, потом Адмирал, потом Женуэн, потом Коника и так далее. Когда это я последний раз дохну от босса, по своей вине вот. Не, ну я не по своей вине, я вообще... Ну так интересно. Любой моб, который крутит вихрь. Не, меня просто то грипп убьет, то еще какие-то, блин, случится. А бафы по вайбе дайте? Он присумонился. А что там, кто-то чекать будет или что? Как и где? Чекай, Редвар. Красный воин. Собика нет, адмирала нет. Бага не согласен. Дайте ему баф. Не
согласен. Могли не согласен. Не согласен убивать босса. Богосоюзе. Богосоюз, да. Че там у тебя, адмирал? Знаете, кого не хватает? Раздавай. Типа, мы вот мы на орке что-то мерились писюнами. Просто пришел такой раздавака с вилоком до колена просто, да? И просто такой, крик на АП! Крик на АП! Сколько можно? Конь, на истерику. Адмирал, ты заебал, ты тут вообще, нет? Вот, все, готово, поехали. Да он там в этом, в Майнкрафте, готово играть, который мы... Смотрите, минимум урона. Ля, Вага, я просто забываю, что у нас один... У нас обычно один, точнее, паладин, а тут ты пришел. Как бы поэтому крик на АП. Кинетика. На вихре минимум урона должны получать. Минимум урона уже минус один. Да. Если будете получать дохуя урона, хилы вас не просили. Поел дать. Геро. Ну блять, ну вы чё, серьезно? Гена, знаешь, что такое тайминг? Меня вихрем кинуло прямо под эту кинетику. Кинетика на сцене. Опять на сцене кинетика появилась. Круто, ты пуха поднимаешь. Сама эта плоечка поднимает. На сцене справа. Надо было ссылки найти. О, где вот так? Чисто нужно было на Балдазар, на Балдазарике. В центре спал. Косм падает. Я чередой ее подбил. А ты скилловый. Вот вы смеетесь, а я за ШД духов хлопал в комнате. Целка гель. Ну-ка, подождите, я кольцо посмотрю, чем ты закольцал. Я... Короче, вопрос хороший. Я за ДЦ эти, блять, сферки поднимаю исповедь. На получше моего. А кто в хиле? А с женой он в хиле. Слышь, жена, а чё, как разруливать? Ну, ты в сове, блядь, какого хуя ты это... Он потому блядь. Что в пятой группе, наверное, подумал, что в хиле. Может быть, кстати, да. Как смотрюсь, наверное. Я смотрю, дерево. Бегает дерево, а метеолы нет. Зачем? Продвар, надо... пиши, слышор. Короче, дай слышу. Ему, пускай он сам разрулит, я не умею. Дай ты кольцо. Извините. Можешь мне лучше разрулить. Короче, я разрулю, ты передашь. Чего тебе? Давай, ты разрули, я передам. Давайте вы разрулите, а я передам. А, у меня чисто нет, не могу разрулить. Ты просто поспамил на разрулить. Тихо. На тебя лучера просто, я ответственный. Ага. Не парьте мозг. Майнспек.
Офспек. И бичи спек. Мейн спек. Че за бичи спек? Офспек. Колечко, мейн спек. Ну ладно, Неликс, не мешай. ГЦ. Сойдем расчистить. Неликс 389. Че, заметите меня, нет? Монород трейда. Да мне лишил 78 скорости. Опа. Взять быстренько, монород, беги сюда. Где ты? Танчи. В танке? Ну чё, по танкам? Ой-ой. Бой, да вырос, уронили. Монород хильте. Хильте монорода одного, блядь, сдохните сейчас все. Хильте, захильте его, ну. Да ёбаный в рот. Ха-ха-ха, блядь. Катите, катите, живите, хули. Го, говорят, трэс почистим. Давай крик. Бейте хоть тактика. Ограниченные хилы, вы не пульте, когда их нету рядом. Катите этих петухов. Вага, киньте ван на кого-нибудь. Пиздец, ёбаный год, от трёх мобов сдохнуть. Это обидно. Да там это, у него высоко лежит, встаньте. А, не надо. Парада. Парада, умри. Убрыгался. Бежит еще и дамажит их. Угу. И по почке получает. Зачем просто? Эффектно умереть. Лучше давай. Давайте быстрее. А вот стоит в диване подальше. Поднимайте всех. Спускается трэш. Блин. Ему же хуже, этому трэшу. Сколько там пианист следующий идет позиция ГП? 4К. 4? Две. Бегите. Ой, Гена, не нагнетай. Маны нет, резайтесь. Жрите маговскую еду. Трэш нас миновал. Нужно больше ярости. Зарнайс, перезагружаешь. Ребят, мы сегодня вообще второй квартал пройдем или нет? Ну серьезно, блин, на каждом трэше вайп. Сумоню топ холи пала, тыкните, не захилится рейд, сейчас упадем. Да сумоню. Короче, осталось 5 все боссов. Вайпы трэш... Все вайпы на трэше зависят тупо от танка. Да, ну ты просто тут умер этот самый. Просто ты на замене. А народ! Даю капсулу. Просто про товары не было. Есть. По одному, два мобу. Про товар есть, можете весь инстаграм. Так мы сагрили трех мобов. Три моба положили всех. Там, короче, просто тут поворот такой, за этот поворот ты никак не похилишь, пока свет наверх не выбежит. А хилы ограничены. Надеюсь, блин, звучит как диагноз какой-то. А это не диагноз, по-вашему? Бывает, они. Это все потому, что у нас совы нету, которая нас будет вайп. В смысле, вон же Мэн в рейде. Ладно, теперь есть. Блин, ты вспомни, как учил Морфеус. Одни препятствия можно обойти, другие сломать. Оля, знаешь, что самое клевое в этих шипах по тактикам? Когда их кидаешь, он блинкуется в другую сторону, они берут, так разворачиваются на полпути и летят в другую сторону. Знаешь, как ракета самонаводка. У меня вот ничего. Ох ты, блин, пинг-то какой большой. Вот это, через танк.
А почему? А в Дискорде меня слышно? Да. Да-да, прекрасно. Поля, это сервак, как обычно. И у меня все на месте бегут, потом картинка так жж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 
SSD покупать, а оперативки побольше. А LSD надо было. Не трогай, появился. Да он там в Майнкрафт играет просто параллельно. LSD два колеса, чтоб под мышкой идёт. Смотри, вот как про товар спекнулся, так сразу вайпы прекратили. Весело идем за Дорна. У меня пинг растет. Вот это уже 700. Это что такое? Я могу даже скрин сделать. Ёпта, сам с собой разговариваю. Товара нет. Полина, а не вот как раз пинговать-то начало, когда протвар появился. Ой, релогнись и интернет выруби и включи, мне помогло. Кто-то смотрел этот видос? Я вас хорошо слышу в Дискорде. Я тоже хорошо слышу. И интервью с создателем был в цирке. А, да. Почисти кэш, релогнись. Ну чё, поддержка сюда сегодня так что дорога. То же самое, например. У меня вообще как-то. Какая кухня. Это знаешь, когда получаешь бан на айпишник, когда он на несколько аккаунтов подряд заходил, тебе примерно такую же. Да-да-да, тебе то же самое начинает поддержка Сируса говорить. Пробуйте там, интернет перезагрузить, кэш почистить. А у них Неликс тут. На все тут вопросы я. Один ответ, по-моему. Почистить кэш, да и это. Тыкните на шкаф на самоте. Просто проверку тыкни и все. Давно у меня так. Полин, ты че ребуты? Просто игру? Да, да, да. Уже. Хорошо. Неликсус смотришь. Шо, я уже почти прибежал. Что отлагать должно, я спикнулся в фурик обратно. Не кусайте, пожалуйста. Чё это? Не хочу мигать. Ууу, ленивый? Ага. Гена, ты вроде не за свою сейчас играешь, почему ты ленишься? Вара слушает вас, кого там кусать. Так, Тревор, да? Ты дышишь. Угу. О, я же Шаке просто метеолог. Я релоуд пишу сейчас загрузить. Метеолог? Ты не понял, адмирал, по поводу оперативки. Да не тролль ты его. Войд. Сколько у тебя сейчас крита под ДКшником? Под горном? Присты бафнится дух. Метеолог тут? Лапы нет. Бойт у меня перестало. Это пин. Не, ну пин красят, кстати, то по одному, то два. Это странно. Адмирал. Это потому что чуть-чуть побольше. Пуляйте. Давай, лечу. Неразумное решение.
Ну, конечно, нет. Блин, непривычно, конечно, с такой хвостой играть. А чё, адмирал не подходит? Ну подойдите, вы, к подбегите к нему. Ну что? Сейчас не захилит. А мир тебя укушил. Меня напоминали так заебись бегать за ним. Ну окей. Хотя нет, жену. Нет, он от меня убегал, блядь, от тебя. Помню я. Да страх будет, Войт. Да мне так. Я жива. Даже вары тут раскол кинул под конец подпрыжки, да? Казум тебя укушу. Миш, ты укушена, нет? Кто не знает, кого укусить, в панике, хелфейны, идите и боните. Нет, я просто вас прошу. Меня укуси, я подожду. Окей. Два что? Она побежала. Ну, кстати, вот сапфир плюс этот долгоног, он получше так хапается Эдлану намного. Чем кто? Да. Чем сапфир с этим, с чех... Посохов спек. Не знаю, мне с обычки чеха не понравилось. Гербская печенька, мейн спек, воин-охотник шаман. Серьезно, шуматоп? Ну, за сколько? Номинал, да, по-моему? 738 ГП. Да, номинал. Забираешь? Не-не, по номиналу поменьше будет, чем 800. В смысле, мне геровские именно за столько давали? Потому что 500 плюс 300, как воронки, мне вот начисляли столько. Да, всем так начисляли, в смысле? Ох, спекрольцы тогда. Сами подумаю, лучше ты 5 сразу удать. Конечно, у вас укусы были. Обычно по роллу покорителя. Ой, ладно, отдай ему, отдай ему. Если на успех ролец не снимает же. А, чего еще раз на успех? Если бы он на успех заролил, то тогда не снимает ГП. Ну, он, подожди, он заролил печеньку геровскую, да, в спек, так? Ну. Или вы про что? Да. Насколько я помню, если апнутые все четыре на мейн спеке, тогда на оф спек разрешали ролить. Лагу, у меня вообще пропуск не было. А у тебя, по-моему, не. Шамагол, тебе отдать эту печеньку на мейн спеке? Не, ему за мейн, типа. За ГП пойдет. Если он хочет отдать просто так, то сразу ГП, да ГП. У него просто на мейн... Просто так не канает, там идет сразу ГП. Ну, без... У него на мейн спек 64-й шмот. То есть он его просто... Копи лучше на Т5, типа вообще нету смысла тебе апнуть. Ну, типа ты особо прирост там никого не почувствуешь, там минимальное количество статов. В смысле?
лучше Т5. Неделя заберет все куски Т5. Ну. Ну, а он просто хочет, сейчас хотел ролей. Токен геровский взять себе Т10. Мы его наоборот. Не, ну хотя. Не, вообще смысла нет. Более нахила. Не, ну почему? Я в 2Т5, 2Т10 бегаю, мне он немножко больше нравится. То, что от стиля игры зависит. Вообще, типа там столько внимания, конечно. Ну, тем более сколько. Ну, я говорю, это типа чисто от того, зависит от того, как привык играть. Если ему нормально 4Т5, лучше, конечно, 4Т5 собирать, чем 2 плюс 2. Многие не нравятся. Ну да. Ну, мне тоже не особо. Ну, мне вот это вот туда мало и туда большое не очень нравится идея. А мир сложно, а тебе бы стоять бы и кастить цепу. Я понимаю тебя. Если бы ты когда последний раз видел, чтобы у меня цепуха была хотя бы в первых двух позициях? Не знаю, но если был бы такой бы билд, чтобы просто спамить цепуху, я уверен, ты бы хилил им. Ген, если будет босс, на котором нужно тыкать только цепуху, я тебе скажу. Он оденет Т4, Гена. Я одену 4Т4, возьму себе тренинку с Гидроса и так и буду стоять и спамить. У нас все с Кирсом-то есть. Знал, кого прокачивать. Чтобы ничего не сказал, узнать, что ответить, да? Типа, маг стал качать, потому что там в аркане... Сказал, сова две кнопки, да? Сова две кнопки? Да. Или есть. Друид, который этот, рестор-друид, который там хотает без ума. Ага. Ты потом рекаунт открой мой. Ген, аналогично. Открой рекаунт любого хила из шаманов. У тебя будет такая же ситуация. Там будет там 6 позиций. Хилы, а вот открой рекраунд про товары, там вообще просто хилейшие. О, будет, у нас кроме тебя больше про товаров на сервере не существует просто. Не, почему? Сегодня в Каражане у нас было. Ну, сварка есть, но он не бегает про товары. Погоди, я тебе сейчас скажу, где про товар, по-моему, есть в гвардах про товар. А, в джоках есть этот старый, который вар. Ой, забей! Он в этом протоваре просто по КД дохнет. Я не помню, я то ли в гвардах... Дело не в том, что его хилят или не хилят. Он как будто специально убегает от хилов, его хилы не могут достать, и он как бешеный баба, простите, как баба, кричит, что его не прохилили на всех хилов. На всех, повторюсь. Даже Холи Паладин его не доставал. А он в каком золоте? Либо в Санвулах я видел. Базат вернитесь. В Санвулах это сварка. Серьезно? Я... Он не в Т5 надо. Жалуется, что его не хилят? Амир, спят не с хила. Ты, Полина, Холи Пал, летаете. А есть ли смысл? У меня опять что-то. Есть ли смысл? А чё? Фризит, говорю. Ну, Полина, можешь на трэше остаться. Ну тогда Полина на рейде, да, вместе с Нралом и Матёвой, а Пепал и Шаман... Шматок так, и разгорн портал. Простите. Вот Шамагол. Я сейчас и тебе покажу босса, которого надо хилить всего. Шамагол, прости. Я могу вытащить брюль, даже меня лагает. Что делать? Что делать? Снимать трусы и бегать. С протоваром. С протоваром. На рыбу, Амир, живой. Я, блин. Скажешь, как будешь готов? Адмирал. На кону сколько там? А, там больше все. Любой непонятно. Ну только нежно, адмирал, нежно. Если вы не знаете, чем заняться, вы можете снимать трусы и бегать по кругу. С протоваром. А, с протоваром. А что, так можно? Трилога? Все готовы. Да я не знаю, я даже брюль не могу вытащить, чтобы переодеться на хил, на хилошмот. Да хиль в чем, блять, в чем 80? Мать родила. Мышка еб. Сейчас это аспектно просто. Хиль в том, в чем гриб. Да это хиль так и за бой. Поля, одевай 4Т4 и просто спрям цепуху.
да. Как Гена говорит. Нормально. Там они с женой тут. Этих вот игрок. Всех хотя бы в ветку. Останься в Элеме, ладно. Ты просто прогрузилась у нас. У меня загрузка стоит, я могу даже скрин сделать. Блин, почему здесь не сделали вот даже на X10, типа вот с... Монород, пуляй. С Архимонда, который в Хиджале, типа, есть меч, кромка катаклизма называется. Он выглядит вообще топово. Почему его здесь нет хотя бы на... Он просто бисовый, блин. Вот я бы хотел... Ты снова вылетела, Полина. Хотел бы себе вара... Все, успокойся. И в этом, и с кромкой. Это прям вообще топово. Ладно, мне с босса ничего не нужно, так что гуляйте. Ты подавите или играете? Ты, кстати, на их здесь играл сам? Не. Откуда ты знаешь, что? Право, разгром. Ну, я Дону смотрю. Если что, меня разгром бьет. Да, слута, Дон. Хилься, ты же хил, в чем проблема? Я хилю. Молодец. Ты че видел, какие я топовые треньки одел? Подавите меня. Лево подавите. Слева разгром топовый. Я просто потом скрин сделал в этом Discord скрин. Просто топовый. А вообще похуй. А это тебе похуй, потому что ты не шарик. Там лопата есть для транс. Чтобы с лопатой ходить. Ты не поворачивай его с лица. Во-первых, кливит, во-вторых, рыготину дает вот этот большой. Слева разгром. Так, мне сразу скажите, я дальше буду в хиле или нет? Да. Пока не фризит, хорошо, ну, переодевайся. Там синдра, проф. Я пока не могу использовать эту способность. Ну, чтобы три захилить, вообще ноль стаков должен быть. Ты с ними что ли летал, они тебя не прохилили? Бага, я тут даже хилбот отрубаю, чтоб он мне не пишет. Серёжа, потому что меня не было. Я что на тебя ходки всегда кидала. Подавители. Слева разгром. Блин, я не да, Серёж? Да еще не г... Чё, никто не зашел, что ли? Охуенная гера. А, ты под себя типа кинул? Конечно. Если никто не зашел, мне что делать еще? Ну. А мне и так стаков больше 20 было, блядь. Ну ты заходи, получается, ловишь всего один, ну, чтобы как бы обновить. И все. Не обязательно все собирать. Главное, чтобы, ну, не проебать. А оттуда можно выйти дней самому заранее? Нет. А там можно просто не летать. То есть... Все-то не обязательно собирать.
Нашел там 1-2 собрал, только чтобы обновить. Да, наблюдаю. Вот, наблюдаю. Фу-фу. Ты как думал? Я спикнула слева. Блять, материться хочется, когда увидишь то, что в рейде два паладина, которые могут бафать, а нет. Потому что по привычке, сука, крик на АП дает. Подавить или слить. Сейчас бы жаловаться, что два паладина в рейде есть. А блять, то их нет, то они, блять, есть, но... Ну а чё за хилиться, нет? Червей снимите. Не знаю, благо себя дает вроде кулак. Зря ты перебиваешь. На мне кулак висел. Ты мне кулак. Да я знаю, что, блядь, зря я поэтому его внутрь. Ну наконец. Это чё, наконец-то? У меня 12 лямов ухопало. Никому не за не открывает. Третьюша мана один. Никому не нужно ничего свалить. Седьмая, восьмая пайка. Сейчас на сундук банят. Чего? Не знаю, Гена. Там другой... Гена, нельзя. Гена, нельзя. Слышишь, Гена? Что? Нельзя это... сейчас, Гена. Серьезно? Банят. Да. Осколу? Кому? Дай мне утро. Мне. Закидывай. Петля малфитовая, кстати. Мне, я тебе, типа, скинуть это, могу. Да. Редвар, ты, да? Да-да. Редвару скидывай. Мне ударили. Класс. Дагер в спек. Кому нахуй надо? На транс рольте. Подожди, а кого банят? Всех? Весь рейд. Всё, да. Уже... Вчера админы штаны мейнспек. Иллюзионов забанят, сказали. Богоюзи. Офспек штаны. Богосоюзи. Люди заходят на сундук, при этом не ловят КД и просто этим пользуются, понимаешь? Из-за этого запретили эту хуйню пользоваться. И тепля мейнспек. Те, кто вообще поймают, сказали забанить. Блин, как-то интересно, не могу. Белорус, ты же, да? Не, если кому на офф, пусть заберут, я же не в гильдии. На офспек нужно забрать кому-то? Пускай забирают. На офф, да, нужно. Эй, куда полетела сова? А кому на офф надо? Да если на мэй надо, то какая разница кому на офф? У него этот вин. Что-то походу это, совы нынче заболели. Как хотите. ДК лучше про товара, блять, как ты не крути. Ты... А, ну Ларс, ты не в гильде, что ли? Нет, я от вином не в гильде. Вот переходи в гильду тогда. Ох ты какой, без ГП. Но я запишу, запишу. Переводи, ну персан, что-то. Бля, это с циркла какая-то крыса пизданула, что типа, блядь, что можно, ну, вот таким образом продавать. Гена, ты там все говоришь, одну кнопку нажимаешь, да? Это на форуме чувак писал, куплю шмот с инстов. Ну, вижу только три. Знаешь, какая хуйня это была? Это пенис, я на СОУ зайду. На катаклизме, короче, на их... Была okay такая хуйня, если ты покупаешь шмот... Тут? Если ты покупаешь мод, то ты просто присумонишься в инст на сундук и принимаешь КД. И заходим. Все. Монород, хиловской посох ты имеешь в виду, да, остался? Сейчас комнату зачистим, заберешь. А то опять кто-нибудь упадет. Смотри комнату. Да, Неликс, я говорю, пинг какой-то. У меня это очень редко бывает. Очень-очень. Монород, пощади. Гена, сейчас хочешь увидеть хила в одну кнопку? На синды. Не хочу. А, ну да, мы же все в стиле-то были. И танк все равно придет в стиле. Без вариантов. И танк, да. О, пизда тесала. Ну так скажите мне. Ты чё, комнату обновил, чтобы всем бессмертным? Группа... А, вот.
Давай точно собирай. А почему я осколки, кстати, вижу? А сундук, наверное, ж... потому что, да? Нет, по-моему, если у тебя шлемка, то что? А ты хоть смотришь у боссов, потому что там тоже осколки были? А кто сегодня кровь забирал? Я прослакаюсь. Слышишь, Редвар? Да-да, смотрю. А, ну ладно. Кто сегодня кровь забирал? Если у вас нету квеста на эти осколки, и типа сундуков вы видите, а с боссов вы не видите. Я просто, знаешь, что-то, ну, задумался. Вроде бы у меня лутер просто висит с принцов, да? Что-то ни с принцов не выпало, ни слана не выпало. Просто ты не сова. Просто ты не сова. Вот я с совой по 11 тут. Топовое оправдание. Просто ты не сова. Ну, вот жена будет собирать, ему тоже будет по 11. Мне, кстати, надо починиться. Будешь же, наверное, шлем собирать? А ты чё думаешь, он просто так души сосёт тут постоянно? А кто кровь сегодня забрал? Ну, кто брал квест сегодня? Пост... Я. Упал? Ты? Угу. Значит, лежит в боссе всё ещё. Класс. Бля, что ж ты не говорил? Про Слакова говоришь, да? Можешь сходить, в принципе, если ты была. Пойдешь? Трупы еще лежат? Ну, я думаю, еще лежат. Два часа вроде бы они лежат. Можем сбегать, посмотреть. Давай я сейчас портануть крест до сверта. Ну, народ, я думаю, еще стоят. Если я сейчас портануть, комната обновится? Подожди, сейчас, короче, пойдем ты, я и Слобик. Сразу пойдем к боссу, если вдруг там еще лежит. Мне нужно его сдать, этот квест. Я понимаю, если там босс все еще лежит, мы поставим шкаф. Тебя на перекур будет? Или Тиндрой. Ну, обычно, по крайней мере. Я хочу выйти. Уж охотаете, что ли, сразу? Я думаю, успел бы пока, если сейчас. На 10, вряд ли. Подожди, на Тухом и Ганилом Лёха, по-моему, кровь выставлял через задон. Вы там не нажали, типа, кому надо? Да, мне были в адоне. Я хуй знает, ну сейчас бегаем. Я обычно на квест на покупатель, я даже не претендовал, я говорю. Под аспектом сейчас бегаем, вот. Все, побежали. Слобик и Полинка. Ладно, мы когда курим пока, да? 5 минут. Ну вы трэш чистите, потом покурим. Ты чё, умеешь? Да. Я ж сова вообще-то символ мудрости, ты что, не знал? Тут, короче, я вчера до видоса смыла с Геном. Там кореянка описывала русские имена, причем как мужские, так и женские. Так она сказала, Геннадий ассоциируется у нее с чем-то плохим. Я хочу, я тебе скину? Не надо, не хочу. Это, короче, у них оскорбление, что если у них, если ты, грубо говоря, кому-то надоел, тебе скажут, что ты сын собаки или ты собака. И вот у них как-то на корейском очень сословно, как с Геной. Понимаю. Вот. Мягко оскорбила, блин, Гена, я не хотела. Я вчера просто... ебаные, да? Ты понимаешь? Я вчера, когда смотрела, сразу про тебя вспомнила. Не потому что собака, у меня просто знакомых Гена нету. Я поэтому... Лучше мне молчать, короче, понимаешь? Хорошего человека Геной не назовут, да? Этого себя закопаю просто. Катагбас ебучий. Лучше мне молчать, я поняла.
Я, ну я не мог не сказать такую фразу. Зато почему-то имя Настя, вот ей очень понравилось этой девушке. Гена, прости. Я могу скинуть, я не вру это. Ну серьезно, ты бы так говорила. Сейчас распылю кровь. Все, супер, жизнь. Пропал, ну. Я и говорю, я прослакала. Да вроде типа, ну, долго лежал. Так это потому, что ты распылил.